заряженный кроссовер Audi RS Q3 в новом поколении обзавелся версией Sportback. Ее отличительные особенности – заниженная крыша и купеобразный силуэт. Хотя технически кросс-купе ничем не отличается от исполнения без приставки Sportback. Традиционно RS-кам полагаются оригинальные бамперы, большие колеса и огромные воздухозаборники. В интерьере спортивные сиденья и руль, а также характерный декор со вставками из алюминия, углепластика и рояльного лака. Дополнительно можно добавить контрастную строчку красного или синего цвета. Главной технической новинкой стал глубоко модернизированный двигатель. Пятицилиндровый мотор обзавелся алюминиевым картером и более производительным турбокомпрессором. Вдобавок инженеры применили комбинированный впрыск топлива. После модернизации бензиновый агрегат стал легче на 26 кг, а его отдача выросла на 60 лошадиных сил и 30 ньютон-метров. В трансмиссии сохранился 7-ступенчатый пресс-селективный робот S-Tronic. Полный привод с муфтой подключения задней оси. Регулировать характер автомобиля водителю позволяют 8 ездовых режимов. Среди них экстремальные RS1 и RS2, которые активируются отдельной кнопкой на руле. Еще одна традиционная примета кроссоверов RS-серии – это доработанное шасси. Колея расширена, а дорожный просвет уменьшен на 10 мм. В базовое оснащение вошел активный рулевой механизм. Электроуправляемые амортизаторы предложены как опция. За доплату доступны и углерод-керамические диски передних тормозов. В Европе мощные новинки появятся под занавес этого года. Цены уже объявлены. А в Россию модели приедут примерно через год.